Всем привет, с вами канал Все о планшетах и тема сегодняшнего видеоурока: какая сим-карта используется в iPad mini. iPad mini — это достаточно давно выпущенное устройство компании Apple, то есть это небольшого размера планшет, 8-дюймовый планшет, который оснащен встроенным модулем 3G. Ну, кстати, нужно здесь добавить еще такой момент, что не все iPad mini оснащены модулями 3G, то есть это зависит, скажем, от комплектации, ну и, соответственно, это влияет на цену. То есть наиболее дешевые iPad mini, насколько мне известно, не имеют встроенного модуля 3G, и, соответственно, сим-карту туда поставить нельзя. Ну и переходя уже к вопросу о том, какая сим-карта используется в iPad mini, следует, я считаю, как бы вспомнить сначала о том, вообще какие сим-карты используются в iPad'ах и вообще в Apple устройствах. Ну и не только Apple устройствах, в принципе, здесь можно упомянуть и все мобильные устройства. Итак, сим-карты обычно используются на сегодняшний день трех, чаще всего в мобильных устройствах, трех типов. Первый тип — это сим-карты под названием мини-сим-карта. Это те сим-карты, с которых, собственно говоря, началась эра мобильных телефонов. То есть именно такие сим-карты мы вставляли в свои первые телефоны. И если говорить об устройствах Apple, то такие сим-карты использовались на первых айфонах. Ну, по-моему, до серии 3GS использовались вот такие сим-карты. Серия айфонов четвертых уже использовала другой стандарт. Этот стандарт называется микросим-карта. И вот этот стандарт использовался, ну, кстати, не так уж и долго времени. И очень скоро компания Apple перешла на использование практически во всех своих устройствах, не только в айфонах, но и в планшетах, в частности, в iPad'ах. Там, где возможна установка сим-карты, там используется нано-сим-карта, то есть самая маленькая, самого маленького размера. При этом нужно отметить такой момент, что если, например, ваша сим-карта — это мини-сим-карта, то есть вот такой стандарт, ее легко можно обрезать в микро-сим-карту и в нано-сим-карту самостоятельно в домашних условиях. То есть все, что от вас требуется, это как бы начертить на пластике чем-то, каким-то тонким карандашиком, размеры нужной сим-карты и просто ножницами обрезать. Однако здесь нужно учесть такой момент, что если ваша мини-сим-карта выпущена до 2010-2011 года, то на таких мини-сим-картах использовались очень большие вот эти медные микросхемы большого размера. И, соответственно, если вырезать ее под, например, даже под размер мини-сим-карты, вернее, под размер микро-сим-карты, то есть под вот такой размер, может быть риск, существует риск повредить сим-карту, и она не будет работать, ее придется менять. А про нано-сим-карту вообще можно даже не мечтать в таком случае, то есть вы ее обрезать не сможете, и здесь единственный вариант будет — это обратиться к мобильному оператору, то есть в сервисный центр мобильного оператора данной сим-карты и попросить заменить. Насколько я знаю, на сегодняшний день это делается без вообще каких-то особых проблем. В течение буквально там получаса вы можете заказать сим-карту и прийти, она уже будет готова. При этом на сегодняшний день, насколько я знаю, уже сами производители сим-карт, то есть мобильные операторы, уже их выпускают в трех стандартах сразу одновременно. То есть она идет в стандарте сим-карты, в ней вложена мини-сим-карта, в мини-сим-карту вложена микро-сим-карта, а также есть и возможность как бы получить нано-сим-карту без каких-то лишних движений. То есть все уже обрезано заводским способом. То есть, собственно говоря, вот это и если говорить уже об iPad'ах mini, то в старых поколениях iPad'ах mini может использоваться микро-сим-карта, в новых поколениях iPad'ов используются исключительно нано-сим-карты. И для того, чтобы установить сим-карту в свой iPad, вам необходимо
найти лоток на корпусе планшета, куда вставляется сим-карта. Выглядит он вот таким вот образом. В одном крае лотка есть дырочка, и в комплекте с планшетом идет вот такая специальная булавка, которую мы должны засунуть в эту дырочку и слегка надавить. Дальше лоток отскочит назад на несколько миллиметров, и той же самой булавкой мы сможем его поддеть, вытащить и уже непосредственно в лоток вставить. Вот таким образом выглядит лоток. И сюда вставить сим-карту и заправить ее обратно. Самое важное здесь, это вставляя обратно сим-карту, не перепутать, то есть не перевернуть вверх ногами этот лоток, потому что, во-первых, он может застрять, во-вторых, может повредиться контакты не столько самой сим-карты, сколько модуля 3G, который встроен в планшет, и это может привести, в свою очередь, к тому, что работать этот модуль будет некорректно или вообще перестанет и потребуется ремонт. Вот. Ну и вставляя сим-карту, просто нужно учитывать такой момент, что там не должно быть каких-то трудностей, да, то есть оно должно легко, мягко вставляться. И, соответственно, если вы там вставили и чувствуете, что оно как бы не лезет дальше, то проверьте, убедитесь в том, что вы правильно все делаете. Ну, в принципе, вот это и все, что касается вопроса, какая сим-карта используется на iPad mini. С вами был канал Все планшета. Всем пока, и помните, что любую проблему можно решить, главное знать как.